Добро пожаловать на канал Hard Resident. В данном видео я вам расскажу, как включить режим шумоподавления на наушниках JBL Tower 1 M2. Для этого на левом наушнике будет такой значок. Перед этим убедитесь, что ваши наушники включены. И нажмите. И наша функция включена. И нажмите еще раз. И режим шумоподавления выключился. Большое спасибо за просмотр данного видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш YouTube канал. И до новых встреч!